безвременной зоне, очень трудно даже в знакомых помещениях, люди, все люди погибли до прибытия подразделения. Поэтому и зайти туда уже, кроме пожарным, было некому, потому что очень плотная степень задымления. Ближе и оттуда поближе можно отойти через зону. Вариант? Потому что сказали, что... Да, потому что... 38, да, там находилось, да, 38 находилось. Вот мы сейчас извлекли уже 30 тел погибших. 38 больных, 3 человека обслуживающего персонала, из них вышла одна медсестра, 2 больных. Значит, соответственно, 38 человек пока, значит, были не найдены. На момент 10:40 найдено 40 тел, 30 тел. То есть еще вот 8 человек под вопросом.